Администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов президента Дональда Трампа сократить американский воинский контингент в Германии. Теперь он будет, наоборот, увеличен на 500 человек. Решение об этом было обнародовано в Берлине по итогам переговоров главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Каренбауэр, в ходе которых американский гость посетовал на продолжающееся строительство газового трубопровода «Северный поток-2». Мы выразили наше несогласие с этим соглашением и влиянием, которое получит Россия в результате его реализации. Но мы не позволим этой проблеме навредить великолепным отношениям, которые у нас есть с германской стороной. При всем при том, я твердо убеждена, что даже если строительство Северного потока 2 продолжится, то сколько газа там будет прокачиваться, будет зависеть от поведения России. В Германии расположен самый крупный контингент войск США в Европе – 35 тысяч военнослужащих. Президент Байден предложил во вторник провести в ближайшие месяцы встречу с президентом Путиным, высказывающим обеспокоенность ростом американского военного присутствия у западных границ России.